Всем привет. Канал Борода Про. В очках, потому что не выспался. А иду говорить нет. Поправкам. Потому что те, кто не скажут нет внесением поправок в Конституцию, будет засчитан в карму один петушиный поступок. А также он будет Филипп Киркоров. Ну и, в общем, не самые лицеприятные сравнения. Сейчас попробую, заходя на участок. Причем, говорю, это делать обязательно офлайн, то бишь пойти поставить крестик в бюллетене. Это важно, потому как электронное голосование... Ну, кто его проверит и как проверит? Сомневаюсь, что кто-то из айтишников, хакеров и прочих людей будет взламывать это все или влезать хотя бы туда и проверять реальные результаты. Сейчас еще также покажу. Ну, попробую подснять непосредственно сам участок. Посмотрим, что из этого выйдет. Доброе утро. Ну вот, собственно, в целом все аккуратно, все вежливые, маски, санитайзеры. Но дело-то не в этом. Дело все в том, что вот такое элементарное действие, сколько у меня это заняло? Я живу рядом, конечно, заняло это у меня минут 10-15, наверное, заняло со всеми сборами. Так что не надо оставаться дома, что приравнивается к петушиному поступку. Ни в коем случае этого не делайте. Сходите, поставьте свое «нет». И обязательно это сделать надо в бюллетене, как бы то ни было. Онлайн это все, конечно, хорошо, но, к сожалению, метод недейственный. Как мы потом что проверим, непонятно. Так что пиздуй и ставь «нет» этим ебучим поправкам. Нахуй нам это царствование, блядь. Не сдалось. Вечное, блядь. А то у нас на Красной площади второе мумиё образуется. А это не самая пиздатая штука. До 1 числа у тебя времени до сраки. Ну, такой вот коротенький выпуск. В общем-то, не сильно информативный. Не надо расценивать как призыв. Это мой сон и бред сумасшедшего. Всем пока. С вами был канал Борода Про. До скорого.